Смотрите, какая интересная работа. Вот глядите, щука. Не просто щука, а гигантская щука, монстр, которая нападала на рыбаков. Вот так она сверху видно. Посмотрите, это лавочка. И вот такую щуку можно было убить только мечом из Келебур. Представляете, такой меч специально привезли вот этому в дом рыбака. Ему передали знакомые пираты с Англии. Там у него там свои эти друзья, которые там рыцари там стола. И вот такой вот рыцарь пришел и заколол эту щуку вот таким мечом. Вот такая легенда. И вот я вам покажу, а как же эту щуку делали. Ну вот просто взяли, выварили каркас. Смотрите, вот такой каркас и лавочка, щука обтянули сеткой. И вот стали пацаны и начали мазаться страшной силой. Вот видите, каждый понемножечку и начали замазывать сетку. Ну, дело в том, что здесь нагрузки большой нету, и, как бы я говорю, сетку надо снутри, но очень сложно ее снутри, будем говорить, завязать. Ну, мазали ее снаружи, ну, там есть, будем говорить, через рот, там места, где можно было, где надо усиление, там помазали арматуру и забетонировали. То есть есть там нюансы, которые, ну, это просто с опытом приходит, ты знаешь, вот отсюда, видите, без разницы, какой сетка, откуда. Просто помазали, она в бетоне будет. Вот так она, болванка, выглядит, рост открытый у нее, бревно такое, пень, и сама щука является и спинкой. Ну, дело в том, что это Херсон, это озера, в смысле, как его, это острова на Днепре, и Днепр впадает там в Черное море, и вот это там лиманы, и здесь уникальное такое место, много рыбы, водятся вот такие щуки. И вот Толик берет и делает эту щуку начисто, а я вон умничаю, что-то пальцем что-то показываю, то есть, ну, так мы общаемся, я же снимаю камеры и что-то хочу сказать, что надо сделать. Вон, видите, пенечек уже корой сделали, а здесь, смотрите, очень интересно, что уже мы придумали такую чешую на щуку. С той стороны, видите, здесь нету чешуи. Вот я просил, наверное, показать, как чешую делать. И, видите, уже то было пустое бревно, а теперь бревно уже натянули сеткой, и вот он, Толик, ну, что-то показывает, или размеры, и вот он вверх закидывает и делает бревно начисто. А внутри оно пустое, ну или может песком засыпали, я уже не помню. Наверное, сделали болванку, арматуру помазали, потом засыпали песком и сделали, кинули сетку и вот такое бревно по-быстрому лавочке, на лавочку бревно. Ну сюда можно было деревянную лавочку сделать, ну хозяин говорит, летом жарко, нефиг рассиживаться, то есть и так будет нормально. Можно там одеяло, подушку делать, то есть он не захотел сюда делать доски, ну это его выбор. В принципе, технически это возможно. Вот мы делаем бревно. Ну, когда летом здесь жара 50 градусов, то без разницы. А зимой никто на этом бревне сидеть не будет. То есть там не кинут одеяло, то есть можно. Ну, то есть получается хитрая такая лавочка, скульптура и ограничивает входную группу, как бы она работает на дом. Там есть такой, ну, скрытый такой подтекст. То есть мы ее поставили, то есть, чтобы она работала как архитектурная форма. И вот так вот Толик делает бревно. У него уже набита рука, 200 квадратов бревен, и он вот уже как мастер запросто любые бревна, кору делает. А вот это даже это не Толик, это уже я умничаю. Кто только это, кто ж тогда снимает? Вот это ваш блогер, который ну, подрабатывает еще скульптором. Вот видите, вот он делает здесь зубы будут такие, и я делаю поверхность у щуки, вот эта пасть, рот, или как там, зубы, да. Ну, так вот, сейчас осталось уже, живот есть, плавник вот намеченный. И рядом, смотрите, сбоку у меня лежит настоящая щука, по которой, ну, как бы я пытаюсь сделать щуку, похожую на живую. Ну, зубы мы сначала думали, хотели с проволоки такое сделать. Ну, потом они острые, мы побоялись, что люди будут натыкаться. Я решил их сделать мелкие, там, с бетона. Ну, тут же как бы есть хвост, есть все готовое, и теперь к хвосту надо прицепить голову. То есть, ну, можно было сделать голову к хвосту прицепить, ну, к хвосту прицепить голову, а может голове хвост. Ну, я думаю, что, ну, проще
к хвосту прицепить голову. И вот так она выглядит. Смотрите, уже вон глазики у ней, плавничок вот такой вот. И уже, ну, как бы почти она готовая. Щука, вот, вот так она выглядит. И уже не надо даже макет тот, или как ее там, настоящую живую щуку. Та щука живая на 7 килограмм была. А теперь, смотрите, мы пробили дырку в башке ее, потому что убить ее невозможно. И вот такой волшебный заколдованный меч воткнули ей в голову. Вот, вот так вот, видите, зубки я делаю. Вон у меня очки. А очки для чего? Это когда я варю, я, наверное, забыл снять эти очки. И смотрите, язык. Мне сказали, будет язык. Ну, будет. Сделали язык. Мне же не тяжело сделать. А такие вот зубы, как, ну, типа, на захват. Ну, они как бы не анатомические. Ну, зубы и зубы. Это скульптура. И, ну, главное, чтобы они похожи были. Они на захват идут, такие куча маленьких зубов, несколько рядов. И вот так они делаются. Зубы. У меня такой волшебный мастерок. И я беру по каждому по зубику, смотрите, продавлю, теперь один ряд делаю, потом второй, там несколько рядов зубов. Ну, надо просто время упереться и сделать такие зубики. Но потом они постоят, надо их зачистить, подрезать, и, ну, просто работа. А раствор, он, видите, легко продавливается, а потом чуть крепче можно шкрепсти. Ну, давить его гораздо быстрее. Видите, я как бы второй ряд беру, продавливаю, с одного ряда делаю два ряда. Ну, погода классная, видите, солнышко. Нам вообще повезло, что мы там 50 дней отработали на этом острове, и вот как бы погода нас радовала. Ну, под конец уже начали дожди, и мы стали уже забираться домой. Ну, это уже конец или октябрь, ну, короче, уже скоро домой. Последняя работа, вот это мы ее доделаем. А вот эта щеточка, смотрите, тоже такой хитрый прием, когда уже все сделано, ну, после резака следы остаются. Но если его взять немножко, вот видите, раствор, то можно подружить старый слой и новый. Вот видите, она такая шершавенькая, и такой хитрый ход, потому что если гладкая, очень сложно сделать гладкое, зачистить. Чем больше ты гладкое будешь делать, тем больше ты будешь видеть, что оно у тебя не гладкое. А если ты будешь делать шершавое, то оно будет и в Африке шершавое. И вот, вот этот, видите, мокрые зубы, вот этим я кисточкой с раствором, я их держу вот с тем, ну, со старым раствором. Если там где-то есть микротрещины, или там где-то вот не соединились растворы, то вот таким способом я их соединяю. Ну, такую вот мы лавочку щуку сделали. То есть вот нам повезло, что заказчик дал нам это делать. Берите, говорите, делайте, что хотите, делайте. Вот все, что с рыбами связано. Он заядлый рыбак, он Робинзон Крузо, и без рыбы ему никуда. Вот он ловит и щуки, но больше он любит ловить самов. И мы вот 50 дней ели самов, и поэтому у нас были такие эти крепкие руки и зоркие глаза. А сом был и на 3, на 5, на 8, даже на 13 килограмм. То есть, там даже есть фотографии, то есть вот, даже что мы готовили саму. Ну, то так вот, когда зубики чуть-чуть подкреплен, то их можно вот таким способом, ну, как бы, вот эти микротрещины всевозможные, их, ну, сделать чистовую поверхность. Вот такая вот работа у нас, щучка. И очень интересная, нестандартная лавочка. Я думаю, она займет свое место в нашей коллекции. И, ну, удачная работа, простая, понятная и зрелищная. И я думаю, будет фотографироваться на ней, вот этот меч будет вытаскивать, затаскивать. То есть, ну, можно сделать хорошие фотки.